Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды с вами мы забираем. Так, отправимся, пожалуй-ка, мы с тобой в магазин и откроем бесплатную колоду. Кто нам здесь выпадет? Ага, Бакстер Стокман, собственной персоной. Забираем реворд. Так, у нас здесь поднять уровень. Так, пройти серию испытаний. Слушай-ка, давай-ка мы начнем, наверное, с поиска на Рахзара. Потому что вы помните прекрасно, мы должны с вами прокачать ему рубилку. Не хватает всего лишь 4 ячейки кренгов. Так что давайте-ка попробуем найти. О, одну нашли, еще 3 надо. Уже 2. Так, секунду. Попробуем здесь. Ага, и последнюю находим. Отлично, ну что же, прокачиваем ему рубилку до 6-й ступени. Слушай, неплохо. Так, теперь нам остается лишь когти наголо или смерть с небес. Я думаю, что мы, наверное, начнем. Или пассивку даже можно. Нет, смерть с небес. Хотя тут очень много чего нужно. 5 очков, комиксы, магнитофон и дорожные номера. Ну, я не знаю, давай попробуем найти маленечко с тобой вот эти вот слизезащитные очки. И как мы видим, у нас тут ничего не получается. Да. Только лишь телепорты с вами тратим, причем в холостую. Ой, не знаю, ребята. Ага, нашли. По-моему, мы уже с вами выполнили задание. Давайте заберем реворд. Так, пройти серию испытаний, поднять уровень персонажа. Угу. Так, здесь нам нужно с вами пройти босса. Рискнем? Я думаю, рискнем. Единственное, конечно, мне не нравится, что у нас у Микеланджело очень мало здоровья. Рискованно, но тем не менее крэнк не такой сильный. Надеюсь, мы его сейчас с вами одолеем. Но все равно мне не нравится, что у Майки очень мало здоровья. Надо в первую очередь, конечно же, захиляться. Пока такой возможности нету. Давай будем рубить. Ой-ой-ой-ой-ой, совсем все плохо, друзья мои. Совсем все плохо у... Блин. Так, давай, наверное, просто бомбить. Вот, наконец-то отхил. Я уж думал, мы с вами майки потеряем. Но нет, нам повезло. Ладушки, давай тогда, наверное, сделаем вот так. Двойной удар, неплохо. Так, волну выпустим. Минус саблезуб. Так, что нам? Давай, наверное, хильнемся еще разочек. Потому что крэнк шутить не любит на самом деле. Он может бомбануть, что мало не покажется. Поэтому лучше к нему идти с полным здоровьем. Так, ну что, у нас упал клан Футовец. И вот он сам, крэнк. Ехидная, как говорится, физиономия его. На самом деле, мне кажется, что это какой-то, знаешь, кусок мозга с глазами и с ртом. Больше на это он похож. А вот он, смотри, такой сидит вот. Эй, довольный, щупальцами машет. Так, приказываю своему роботу выйти вперед в бой. Ну что же, мы готовы. Ёпарасоте, ты чё так бомбишь-то, эй? Ты видел, он просто ударил по майке и... Большую часть здоровья отнял у него, ты прикинь? Ну-ка. Это ерунда, конечно, была. Так, попробуем бомбануть ракетами. Вот, это уже серьезный урон. Так, что он делает? Не-не-не-не-не-не! Твою же налево, а! Ты посмотри, что он сделал. Он уничтожил мне Микеланджело, ты понимаешь? Я не буду выходить из игры во время боя. Хотя я знаю прекрасно, что если я так сделаю, я сохраню себе Микеланджело. Но вы сказали, что это слишком имбово, поэтому перебьемся. Самое обидное, знаешь что? Что нам еще здесь очень много придется пройти. По-моему, 5 или 6 испытаний. И как бы без майки мне на самом деле будет здесь очень грустно. Потому что Микеланджело, он у нас и хиллер, как ты помнишь, да? И уклонист. Так что, друзья мои, так. Давай посмотрим, что у нас здесь. Ага, Микеланджело оригинальный, 2 ДНК, неплохо. Леонардо классика, 2. Микеланджело классика, тоже 2 ДНК. Рафаэль классика, 3 ДНК. И 430 сюрикенов. Ну, в принципе, ребят, неплохо. В принципе, неплохо, но вот смотри, 1, 2, 3, 4. Да, получается, здесь 4. И здесь у нас тоже 4. То есть 8 даже уровней нужно пройти. Без майки, я не знаю, как мы это с собой будем делать. Так, поднять уровень персонажа. И все задания будут выполнены. В магазине у нас ничего, как мы видим, нету. Купить ничего не могу.
Ага, зато жетон есть, точнее монетки. Давай-ка мы с тобой будем брать Донателло Космос. Мы же всегда копим его в данный момент. По жетонам пока все у нас довольно кисло. Ну что же, тогда... Ага, здесь я, по-моему, все собрал, если не ошибаюсь. Да, ребят. Блин, ну как же я все-таки расстроен, а? Маленечко. Что мы с вами потеряли Микеланджело. Так, здесь я уже все выполнил. Да, здесь нам ничего абсолютно не нужно. Так, турнирная арена. Я на Лиге Сегунов 3 звезды. Давай, наверное, поднимем кому-нибудь уровень. Так, сколько у нас там? 11 тысяч мутагена, да? Ну, давай вон Донателло Космос. Попробуем прокачать до 45-го. Хватит у меня? Хватило. Вот, совсем другое дело. Ну что же, Доня, я тебя поздравляю. Молодец. Так, давай-ка это все излишки наши будем разбирать, потому что они нам не нужны. А сюрики, как говорится, пригодятся. Так, вроде бы и все. Нет, вот здесь еще Змейка Вьюн. Так, у Ванюшки тоже есть излишки. Забираем остатки роскоши и бежим с тобой на турнирную арену. 93-й ранг. Да. Нам нужно сегодня добраться до Лиги Мастеров. Попытаться, по крайней мере. Не знаю, ребят, что из этого у нас получится, но будем стараться. Значит, Назар, Юрка и Ярослав. Ну, я думаю, что мы возьмем, наверное, с вами Ярослава. Опять же, будем начинать через Леонардо. У нас с вами всего лишь 5 попыточек, так что, друзья мои, надо наших малышей, как говорится, немножечко остепенить, чтобы они сыграли свою роль. Рискуем, но я думаю, что Лео в данный момент просто себя колоссально проявит. Давай проверим. Естественно, начинаем с вертушки, с его любимой козырной и... Опачки! Ага, ага. Так, давай добьем, наверное, с тобой Рафаэльчика, проникающий нормуль. Так, теперь массовая атака от Майки. Ай-яй-яй, это плохо, это плохо. Так, пробьем. Нет, наверное, не... Да, ребят, тут уклонение стоит, поэтому не вышло ничего. А вот это уже хуже. Слушай, нам нужно с тобой... Да что ж такое-то? Так, подбили, отлично. Ёлки-палки, сейчас кого-то, наверное, потеряем. Хоть бы промазал. Ё-моё, вот это бомбанул. Вот это он бомбанул, и хорошо, что Крис Брэдфорд все-таки наказал этих кроликов своим ударом. Слушай, а мы могли бы потерять. Ты видел, как он бомбанул? Сколько здоровья у наших бойцов осталось? Мало. Ну и куда мы перемещаемся? Ага, 75-я позиция. Слушай, неплохо. Давай следующего искать. Так, Константа, Светомир, да? Да, Светомир и Виарель. Ну, я думаю, что нам надо брать с вами Светомира. Так, возвращаем Лео. Да что ты будешь делать? Железная голова, так вот и просится в бой. Так и просится в бой. Кого бы нам еще взять для подстраховки? Я думаю, это будет оптимально, ребят. Потому что, ну, сами понимаете, Армагон в качестве добивающего очень даже неплохо себя проявляет. Сейчас будем смотреть все это дело. Лео делает свою козырную вертушку. Опа. Так, Донни и Слэш выжил. Ну, мы добиваем их обоих, я думаю. Давай, Армагош, не подведи меня. Ну, это было предсказуемо. Так, теперь бы мне хотелось бы посмотреть, на какую позицию мы с тобой переместимся. И прикинуть примерно, сколько нам нужно с тобой еще сделать боев. Так, была 75-я, становится 68-я. Ё-моё, как минимум 7 боев еще нужно сделать. Так, Егор, Павел и Светомир, опять же. Да, Павел, ну у него, в принципе, ребята, оптимальная, как говорится, армия как раз под меня. И я думаю, что мы все-таки отыграем вот этих своих слабеньких героев на... Так, Ваня, уйди отсюда. Может быть, Донни, давай Донни возьмем, потому что... Ну, все-таки есть у него, да, супер удар, это сюрикены, когда он выпускает. И если останется у них здесь немножко здоровья, в принципе, на добивку это пойдет. Опачки, ну-ка, отлично, Хан, хорошо у тебя получилось. Оу, и Бибоп даже справился. Ну, и Донателло, слушай, прекрасно, даже без массовой атаки. Ну, как сказать, без массовой, я имею в виду, Донателло не применял свои сюрики, и мы и так справились. И это очень хорошо. Так, 68-я позиция, и становится у нас с вами 57-я. Блин, 9-10 ступенек мы с вами проходим за бой.
Ну да, я не знаю, хватит ли у меня героев. Но будем надеяться, что в мастера мы сегодня переместимся. Очень сильно этого хочется, ребят. Так, поехали. Так, вертушку сейчас засандалим. Ага, Рафаэль. Давай-ка попробуем Шарханом. Норма. И теперь, блин, тихо, не добили. Не вышло. Ванюша, отлично. Ванька просто со своим гигантским кастетом ломает челюсти всем черепашкам. Кто только попадется ему под руку. Да-да-да, это наш русский Ванька. Стиранка. Почему стиранка, я не понимаю. Почему не Степанку, а именно стиранка. Самому смешно. Так, Лаури. Слушай, ну в принципе, ребята, Лаури, я думаю, для нас самый подходящий, да? И по уровням, да? И по всему. Этот мне не нравится, Майки. Да, давай, наверное, возьмем все-таки Лаури. Так, у нас еще с вами два отката. Как-то нужно уложиться в них. Ой-ой-ой, как это будет все выглядеть, не пойму. Но я рискую. Это, ребят, сейчас вот действительно есть большой, огромный риск. Потому что, ну, Лео, если сейчас, конечно, не подведет нас, а он не должен подвести. Слушай, тогда никакого риска нету. Тогда просто вот так вот берем асфальт так и всех роняем. Я согласись, что вот я в данный момент только вот за счет Леонардо выкручиваюсь. Если бы его не было бы у меня... Нет, я бы мог, конечно, выкручиваться с помощью Усаги, да, или там, например, Рафаэля. Вы помните, как раньше я с помощью Рафаэля выкручивался, когда я его ставил в провокацию, и он у меня все время выруливал эти ситуации до тех пор, пока я не стал прокачивать Лео. Так, подожди к секунду. Раз, два. Три, четыре. Слушай, ну подожди-ка. Давай-ка мы, наверное, не так сделаем немножко. Возьму все-таки я сюда Зека. Зек и Лео — это непобедимая команда. Ну, также можно и сказать, если мы возьмем с тобой Лео и Усаги. Это тоже супер-пупер имба. Смотрим, что у нас здесь получится. В принципе, Лео должен сейчас всех шикануть. В принципе, он это и делает. И причем довольно неплохо. Ну что же, победушка очередная за нами. И мы с вами продвигаемся дальше. Посмотрим, на какую позицию приземлимся. Так, 30-я была. И становится у нас 25-я. Блин, всего 5 шажочков сделали вверх. Ну это как-то нечестно. Олежек, а почему бы нам не подраться именно с тобой, а, братюня? Вроде и кубков неплохо, да? 22, как раз под нас. Ну что, у нас закончились откаты. Лео я взять не смогу, как вы понимаете, да? И мы будем с вами сейчас рисковать. Хочу отыграть двух слабеньких. Рискнуть, ты понимаешь? Рискнуть. Я знаю, что большой риск против этих персонажей, но если у меня получится, это будет прорыв просто-напросто. В общем, смотри, у нас с тобой Усаги, да? Из имбы, Железноголовый и Рафаэль. Начинаем с массовой атаки на Усаги с возможностью повесить постепенный урон. Это должно сработать в 90%. Да. Кроме двух персонажей. Окей. Так, тихо, вот это опасно. Оу, тихо, Мандагека. Так, держись, родной. Мне нужно, я не знаю, как-то, или бомбан. Давай провокацию возьмем. Я буду надеяться, что они не сделают своих массовых атак все. Иначе тут Мандагека упадет. Так, здесь нам повезло. Давай, наверное, влепим. Подожди-ка. Давай массовый удар, наверное, бомбанем. Окей. Так, здесь-то что? Скорее всего, нам надо делать ускорение. Хоть это бред, но я попробую. Так, повезло. Не упал, да? Так, Рафаэля завалили. Друзья, нам крупно повезло, что Донателло не стал делать свою массовую атаку, именно бросок сюрикенов. А иначе бы все, Мандагека потеряли, и, соответственно, кубков бы было в разы меньше. Ну а так мы с тобой довольно неплохо продвигаемся. Хотелось бы посмотреть, куда. 14-я позиция. Слушай, есть все шансы у нас сейчас перейти в мастера. Если нам повезет. Если нам повезет очень крупно. Но ты не забывай, что у меня также есть большой риск. Потому что из героев у меня только вот три таких и два слабеньких придется взять. Ох, как я рискую. Ох, я рискую, ребята. Короче, у меня какой вариант? Ребята, взять сейчас Рокзара, поставить в провокацию на Майки уклонение и Бакстер Стокман волна. Начинаем, естественно, с уклонения.
Окей. Дальше. Провокация. Боксер Стокман сейчас будет ходить или кто? Да хорош, успокойся. Нет, Алапекс. Давай тогда по Крис Брэдфорду ударим. Слушай, неплохо ударила Алапекс-то. Тихо! Нормуль, промахнулся. Так, слэш. Тоже промахнулся. Слушай, нам везет. Что он там делает? Комочек. Попало. Так, волну давай. Нет, маузеров лучше. Маузеров, потому что они получше, мне кажется. Так. Добьем, может быть, а? Я не уверен, конечно, но... не то. Что он делает? А, крит атаку повышает. Слушаем. Давай добьем, наверное, морозилку. Получится? Получилось, отлично. Так, когти, когти, когти. Давай-ка, наверное, бросанем. Мимо! Да ладно. Блин, сколько у Рокзара еще продлится провокация? Если она сейчас упадет, нам крышка. Этими персонажами мы далеко не уйдем. Ё-моё, это массовая атака. Выдержали, да? Давай отхиливаемся. Напряжение, ребят, накаляется. Так, волну. Опа-на, и остаются кролики. Изи, изи, друзья мои. По-другому и не назвать. Слушай, мне понравилось. И очень большой был риск. Я боялся, что сейчас либо Рокзара порвут, либо у него провокация спадет. И тогда у нас Микеланджело вместе с Алапекс моментально бы сфейлились. Ну, а так, как ты понимаешь, все у нас удачно вышло. Блин, совсем чуть-чуть, конечно, не хватило нам, чтобы мы попали в Лигу Мастеров. Мы с вами на Лиге Сёгунов 3 звезды, ранг 2. Но это тоже неплохой результат, поверь мне. Надеюсь, в следующей серии мы с тобой перейдем в Мастер. Но надо не только перейти, нужно еще и удержаться там. Ну, а мы пробуем с тобой, ребята. Да-да, именно Учитель, Сплинтер, Эксперт, плюс еще у нас тут платиновая будет. Так что, ох, красота-то какая, друзья мои. Мне дали фул имбу против Сплинтера. Ты помнишь, да, что нам не хватает там 12 или 16 ДНК на Сплинтера, чтобы его прокачать до 5-й золотой звезды. Надеюсь, у нас сегодня получится это все дело заработать. Так, тихо. Промахнулся, что ли? Хе-хе-хе, Сплинтер, тебе крантец. Ты в курсе? Твои же ученики тебя и завалили. Вот так, ничего не поделаешь. Три звезды, ребята, получаем с вами две, по-моему, ДНК. И перейдем на следующий бой. Ну, понятное дело, что Сплинтер здесь жесткий. Эпизод 2, 50 уровень у Сплинтера. Будем действовать по той же самой схеме. Так, ага, он бафается. Он бафается, блин, вот этот вот баф у него, конечно, жесткий. Защита, да, хил и крит. И плюс еще атака. Но смотри, мой Лео сжигает по полной программе и Раф добивает. Отлично, друзья мои. Второй эпизод у нас пройден. Ни разу я еще не проходил полностью все задания за Сплинтера, да? За это испытание на Сплинтера. И попробуем сегодня пройти по максималочке, сколько сможем. Всего тут 6 эпизодов у нас. Окей, переходим на третий. Тут у него уже 60 уровень. Естественно, персонажей я никаких менять не буду, не собираюсь и не хотел бы. Ох, баф, какой баф. Ну, практически то же самое он вешает на себя. Он еще ускорение себе влепил. Так что, друзья мои, тут надо быть аккуратным. Так, пробиваем. Воу, Лео, а ты красавчик сейчас в данный момент. Ты очень-очень хорошо сейчас вжарил ему. И он упал, у него просто не было ни одного шанса на выживание. Ты представляешь? Красавчик Лео, порадовал меня. Так, 3 ДНК уже. Слушай, 2, 2 и 3, это уже 7 ДНК мы заработали с тобой. Слушай-ка, может быть, даже все у нас хорошо и получится. Так, 70 уровень, это опасно. Ты смотри, что он делает, а? Ты видел? Он железноголовому просто с удара снес половину здоровья. Ну-ка попробуем своими массовыми мощными атаками. Ага, промахнулся. Потому что уклонение стоит у нас. Постепеночку, может быть, повесим в конце-то концов. Да, повесили. Главное, чтобы он не пробафался. Если пробафается, это будет жесть какая-нибудь. Так, постепенный урон. У него так отнимается медленно здоровье, да, от постепенного урона. Я просто торчу от этого. Есть, Майки, молодец, красавчик. Все-таки добил со второго удара. Пробил голову этому Сплинтеру. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И у нас эпизод какой там? Ох, 3 ДНК. Красота. У нас 5-й и 6-й эпизод остается. Поехали.
80 уровень, ё-моё, это опасно, очень опасно, потому что вы видели, что он может делать на 60 уровне, да, отнимать. Если он сейчас сделает свою вот эту вот... О, нет, 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 нет. Блин. Майки, как ты выжил? Я не понимаю. Чудом каким-то. Нам бы, конечно, немножко похиляться, но попробуем, наверное, ударить. Мне просто некогда тут восстанавливать здоровье. Ой, баф свой вешает. Ё-моё, крит, атака, чё там только нет у него. Мы тогда сделаем с тобой вот так вот. Хочу усилить своих ребят. И будем именно... давай-ка попробуем, посмотрим, сколько отнимет. Ох, солиденько. Блин, хорошо, что он промазал сейчас по майке. А так бы мог его ушатать, поверь мне. Если бы у нас не уклонение, он бы завалил. Так, давай-ка вертушечку, наверное, мы с тобой залепим. Посмотрим, сколько мы отнимем здоровья. Неплохо, очень неплохо. Но он сопротивляется, как ты видишь. Он восстанавливает себе здоровье очень-очень много. Представляешь? Опа! Нет, без постепенки на этот раз. Ё-моё, я не знаю, ребят. Попробуем, конечно, но... Кажется, это бесполезно. Хотя нет, есть какой-то маленький эффектик. Поджарим до хрустящей корочки. И да, друзья мои, 80-й уровень сплинтера, как говорится, повержен. Ну что же, рискнем с тобой на последний забежать, так сказать, эпизод. Если я его пройду каким-то чудом, это будет рекорд мой, поверь мне. Но ДНК у нас просто, ребята, рекой сегодня текут. Я надеюсь, что мы его все-таки прапаем сегодня. Да, 4 ДНК. Фух, ну что, поехали. 90 уровень, шутки плохи. Тем более не забывай, что он в платиновом ранге. Елки-палки. Но, опачки, понизил атаку мне, а? Ты посмотри, на железноголовом. Ну, хламон, ну ты сейчас допрыгаешься. Промахнулся, отлично. Рубим, ребята, рубим его непоколебимо. Так, ага, промахнулся. Давай-ка попробуем постепеночку повесить. Вдруг прокатит. Солидно, висит. Слушай, главное, чтобы он не делал на себя баф. Если он пробафается, то это будет плохо. Мажет, он пока промахивается. Это очень выгодно нам, ребят. Так. Давай, наверное, хильнусь на всякий случай, потому что он тут что-то уже бурагозит. Сейчас бафаться будет, да? А, нет. Не попал, что ли? Тьфу. Ну, сплинтер, ну ты меня удивляешь, парень. А вот теперь попал. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Промазал ты. А вот сейчас, если бы он попал, ребята, он бы пробил бы, поверь мне. Моего маленького Майки. Ну, теперь пошла наша очередь бомбить. Под усилением. Раз. Вторая атака, два. Шиш тебе. Так, выпустим ракетки. Блин, не добили. Ну кто, кто? Да ё-моё, не надо бафаться. О, почему он странно на себя повесил только защиту и крит? А где его нахил? Пфу, ребятушки. Ну что, можете меня поздравить. Сегодня я на ваших глазах прошел полное испытание за сплинтера. И получил все ДНК, которые можно было в этой игре получить. Кул. Просто, ребят, я в восторге. Я в восторге, честно вам говорю. Теперь только остается посмотреть, сможем ли мы... Да, мы его можем прапать до 5-й золотой звезды. Ох, сколько же вы просили, да, меня? Прапать его, прапать. Ну вот, вот он, друзья, тот момент, когда мы можем его повысить в ранге. Так, 10 тысяч у нас как раз есть. Давайте развивать. И вот так вот. Опачки. Вот он тот удар. Удар Ядзюцу. Сплинтер достает из посоха потайную катану и бьет ей противника. Увеличивает силу атаки на 50%. Восстановление 5 ходов. Слушай, и это только лишь на первом уровне, да? На первой ступени он наносит 50 атаки процентов. А что будет, когда это будет 6 или 5 ступень? Ё-моё. Ну, в общем, я доволен. Доволен сплинтером. Доволен то, что мы его прокачали. Теперь можно его спокойненько переводить в платиновый ранг. Да, ребята? Так, ну что у нас тут? Две лишние ДНК, да? Нам нужно с вами их, наверное, быстренько разобрать. Поехали. 200... Ничего себе, 210. Это две ДНК нам... По 105, что ли, получается, дают? Тебе нехило. Так, ну что, у нас еще есть с вами сыр немножко. Попробуем, друзья мои, пройти платиновое вот это испытание. Очень рискованно, ничего не спорю. Но хочется пройти, ты понимаешь, да, меня? А вдруг получится у нас? Кто его знает? Поехали. Тут три волны.
Так, минус 70 уровень, так, хорош. Блин, Ванька, конечно, здесь в такой зоне некомфортной для нас, потому что он 60 уровня, а враги здесь 70. То есть автоматически попадает под удар. Ну ладно, посмотрим, может быть, все-таки как-нибудь да выкрутимся. Ну, даже если и погибнем, нам надо пройти просто с тобой этот эпизод и получить, как говорится, реворд, плюшки. Так, неплохо, неплохо. Давай-ка, наверное, сделаем бомбочку. Замедлили всех. Ну что, Ванюша, покажи свою прыть. Да ёпрасоты, не мог бомбануть сразу всех троих, а? А чё удивляюсь, Рокзар тоже не смог. Так что Ванька еще молодец, потому что Ванька по уровню хотя бы намного меньше. Ну, опачки, на двух повесили постепенно урон, и это уже хорошо. Так, кого мы тут можем? Давай-ка, наверное, Майки, да, Майки надо уничтожать, потому что он может, ребят, повесить. Сам знаешь, что уклонение, оно нам нафиг не нужно здесь. Так, попробуем, наверное, Лео, наверное, проникающим. Ать, но он должен дуплиться от постепенного урона. Или же... Да, Ванюшка даже не смог добить. Фокусник ты, однако, Ванька. Теперь, как говорится, фиг пройдешь через Рафаэля. Рафаэль на страже. Ага, они делают защиту. Но я думаю, что защита им здесь уже не поможет. Минус Раф, и добиваем с собой Дони. Упс, не вышло. А так? Не вышло. А так? Да ладно тебе, что, серьезно, что ли? Наконец-то нахлобучил. Слушайте, ну что же, мы неплохо с вами прошли. Мы сохранили с собой Ванька. Значит, соответственно, мы с тобой получаем полный реворд, и на 3 звездочки мы с тобой можем этот уровень фармить. Снаряжение черепашки. Окей. Так, ну что, рискнуть, что ли, на второй эпизод сходить? Ну, это, ребята, это опасно. 80-е уровни бойцов. Даже не знаю, что и сказать тебе на это. Сейчас все покажет результат. Ну, этих лопухов-то мы разобьем, понятное дело. Это... Вообще ни о чем, так, тихо. Оу. Так, подожди, а почему Крис Брэдфорд-то так страдает? Тихо ты. У Ваньки намного меньше уровень, 60. Он и то меньше получил урона, блин. Что за фигня? Да, Криса, по ходу дела, мы потеряли с вами. Вот неугомонный, а, жучара. На, в табло. Так, здесь у нас Донателло, Лео, Рафаэль. Блин, я не знаю, что делать. Провокацию давай возьмем. Так, пробиваем. Нам нужно уничтожить Донни в первую очередь. Это хиллер, это маг. Опа-на, опа-на. Блин, нас замедлили. Ё-моё, потеряли Рокзара, Криса Брэдфорда. Нас осталось трое. У них двое. Блин, Ваньку потеряли. Ну... Да что ж ты будешь делать? Он выжил. Ты прикинь, он еще и провокацию берет. Ну ладно, фиг с ним, пускай берет провокацию. Мы его сейчас накумарим. Да ладно, что, серьезно, что ли? Эй, ты будешь падать или нет? Фига ты жук. Третья, ребят, последняя волна. Но тут, я не знаю, вдвоем против этой армии. Как ты тут справишься, а? Я попытаюсь, конечно, но мне кажется, безрезультатно здесь. Ой-ой-ой. Так, нам запретили лечиться. О, я потерял зэка. Все, друзья, тут песенка наша спета. Причем так быстро разобрали. Я даже ничего не успел сделать. Но главное, что я попробовал себя в этом испытании. Не получилось, конечно, пройти. Ну, да ничего страшного. Ребят, давайте разобьем с вами все двойные дубли ДНК, если такие у нас тут имеются. И потратим с вами остатки пиццы на поиски Ксевера Монтеса. Давай, тут поясная сумка, зачем она мне нужна? Опять то же самое. Эй, Ксевер, ты будешь выпадать мне или нет? Выпал, окей. А здесь? Нашел я его. Давай, родной, иди к папочке. Отлично, ну третья попытка, конечно же, фейловая. Так, кто у нас там еще? Джастин, он где у нас находится? Так, подожди-ка, по-моему, здесь, ага. И? А, пицца закончилась. Ну что, дорогие друзья, тогда на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам сегодняшняя серия понравилась. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!